Продолжаем эфир. Прокурор запросил для акбулакского стрелка пожизненное лишение свободы. При этом гособвинитель попросил, чтобы Игорь Дужнов отбывал наказание в колонии особого режима и объяснил это тем, что подсудимый не раскаялся. Напомню, при выселении Дужнов застрелил из охотничьего ружья 5 человек. 2 полицейских, судебного исполнителя, нового владельца дома и его знакомого. Сегодня прокурор попросил признать Дужнова виновным в убийстве 2 и более лиц, посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, и участии в военных действиях на территории иностранного государства. При этом обвинитель считает, что Дужнову нужно назначить пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, но без конфискации имущества, а также взыскать с подсудимого 91 890 тенге фонд компенсации потерпевшим.